Сереж, еще раз здравствуй. Здравствуй, Шеф. Вот у нас результат Сергея сегодня за день. Пару слов о рыбалке. Ну что, сегодня приехали форель ловить, Максим, но утром видели, что карп начал проявлять активность. Подкормили комбикормом чуть-чуть, и была баночка маленькая кукуруза. А как вы вот увидели, если не секрет? Ну, Максим, ну, пузыри, я думаю, что любой может увидеть. Вот, ну, надо как-то посоветовать, рассказать людям. То есть пузырилась, правильно? Да, вода пузырилась, рыл. Значит, карп роет, да. То есть в это место подбросили комбикорма и начали ловить кукурузу. То есть поклевки начались прямо сразу. А форель утром, да, на что? Форель, да, утром на резину. На резину. Да, ну я потом уже в форель упирался, то есть как бы сидел на удочку, ловил карпа. Сереж, ну большое тебе спасибо. Вам спасибо. Приезжай, спасибо. Ждем тебя. Да, рады. Видели сегодня, каких запустили. Монстров? Монстров, да. Да, кстати, одного поймали. Да, монстров сегодня запустили хороших. Думаю, руководство приняло решение подарить людям карпа. Ну хорошо, значит, им повезло сегодня. Да. Ну, спасибо вам за рыбалку. 9 мая приедем. Сереж, мы рады видеть, ждем вас. Спасибо.